Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, как я делаю вяленые томаты. Вяленые помидоры – это вкусный итальянский деликатес, который в магазине стоит очень дорого, а сделать его в домашних условиях совсем не сложно. Предлагаю приготовить вяленые помидоры в духовке, придав им пикантный вкус и аромат итальянских трав. Вкуснота! Для заготовки вяленых томатов лучше использовать томаты сортов черри либо сливка. Они хорошо держат форму и легче пропитываются ароматами пряных трав. Томат разрезаем напополам, вырезаем место, где крепилась плодоножка. Укладываем на противень. Противень я заранее застелила пергаментом. Также нам понадобится масло, соль. Я буду использовать зеленую соль. И прованские травы. Это можно делать вот так вот кисточкой, либо пульверизатором для масла. Затем посыпаем солью и прованскими травами. Я таким образом приготовила 3 противня. А теперь отправляем в духовку при температуре 100 градусов 8-12 часов будем сушить. У меня духовка с конвекцией. У меня на сушку помидор ушло 10 часов. В простерилизованные баночки складываем вяленые томаты слоями, пересыпая их ломтиками чеснока и тыквенными семечками. Утрамбовываем содержимое банки, чтобы побольше влезло. Растительным маслом будем заливать. Я добавила туда 1 чайную ложку красного перца и 1 чайную ложку зеленого перца. Разогреваем масло до 70 градусов. Масло не должно кипеть. Оно должно быть очень горячим. А теперь этим маслом будем заливать наши томаты. Масло я заливаю где-то в 3-4 захода. Так как там остается воздух, я его с помощью ножа оттуда убираю. Плотно баночку закупориваем и храним заготовку в холоде. Из 3 противней у меня получилось вот такое количество. На этом кадре я с вами прощаюсь. Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных и близких. И пусть вам будет вкусно. Всем пока-пока!